Опа, один ты начинаешь стрелять по сопернику, а он за полсекунды возводит вокруг себя ебучий миностирит. Это, конечно, в каком-то смысле скиллово и прикольно, но... О май гад, блять, он ёбаный волшебник, он ёбаный волшебник! Заебись. Ой, мам, Дядя, не надо! Блять, нахуй я сюда пришел? Да как это гонять? Какой угроз в туалете? Ура, из тума! Хамис! Хамис! Кабум, я свикал, кабум. Я горю! Фу, жопа горю! Возможно, но после седьмого часа игры, когда вы уже посидеете, вы сможете себе позволить консервный завод. Но все равно могут быть проблемы. Например, с открывалкой. Я не мог убежать. Я сейчас в ухо тебе... У меня вопрос. А что если вступать в ряды быстро? Самое любимое блюдо ваше? Конечно, мяско. Мяско? Да. Это ты? Нет, это они там. Все. Кончено. Единственное, что может спасти смертельно раненого кота, это глоток бензина. И еще. Тихо. Наконец-то, достойный соперник. Наше сражение станет легендарным. Ой, блин. Пон плюс пон. Так, дробовик ваншотит, снайперки нет. Нам надо выкупить тиммейта. Ёбнул типа со снайпы. Я шизофрения. А you crazy? А вообще говоря, может это я Довокин? Women. Ты сможешь дать мне пизды только в своих мечтах. Ух, блядь, Head and Shoulders, пиздатый мятный запах. А, это морской бриз, блядь. Эй, слышь, стул. Встань нормально. Ой, блядь, как... А, во, вспомнил нахуй, тейк. Тейк-бэк-бэк, ёпта. Тут у нас в ассортименте. Клинки, шлемы, практически все необходимое. Выбор, ты где? Мальчик, который выжил, давно уже не мальчик. А в последнее время еще и всякие фантастические твари призывают отменить Роулинг. Ну тут же подъеб какой-то будет, правильно? Да.
Это уже второе ДТП отца за неделю. Сука. Вам зеркало, блядь, смотрите сами, да, блядь, дайте, это пиздец. Дайте, я посмотрю. Вещь. По полицейскому участку тут шлюхи арестованные выбегают. Что-то мне кажется... Да чего за собой ты, блядь, бегаете? Шлюший поезд, блядь. По полицейскому участку тут шлюхи арестованные выбегают. Что-то мне кажется... Да чего за собой ты, блядь, бегаете? Шлюший поезд, блядь. Sometimes you gotta close the door to open a window. Петя, не уходи в кустики. Я как минимум тебя оставлю на крышечке. Пусть твои подружки убегают. Самки хочет подружку спасти, вы посмотрите на него. Не блочь, ты чё охренел? Я стою в кустах, никого не трогаю. Чёрт. Дрочи. А ты приседать умеешь, Денис? Нет. Блин. Я исключительно стоя трачу. Когда я с Костей веду подкаст, я представляю Леню себе. Я понял. Я когда с тобой веду подкаст, я представляю, что тебя твою мамашу. Ой, Костян, ой, позорище! Как тебя вообще в эту игру пустили, Костя? Ой, какая незадача. Петя, ты в капкан впоришься. Костян, убейся сам, Петя пытается с собой рискнуть. А почему? Я, блядь, я стоял на месте. And one of the great things about having a fully dynamic game engine is all of this just works. It's not, I'm not kidding. Who else is in here? Hello? Who else is in here? Hello? Xbox, turn off. Are you sure about that? Oh shit, I'm sorry. Well, that was idiotic. Off to hang myself. Torch and light. I'm gonna put a plate here. Come on, David. We know you're there. What are you gonna do? Kill me? Kill him. Oh, for fuck's sake. Out. I've got a peer-reviewed study right here that says...
Says you're a pussy. Если скажу, ты запишешь его в дневник, да? Ну и что? Не умрешь же ты от этого? И надежный пикап Toyota Hilux и бесстрашный функциональный Toyota Fortuner готовы к любым приключениям. Мощные турбодизельные двигатели 2,8 литра команды Кусто. Голос из прекрасного далека, голос утренний
you are now. Хей-хей-хей, ребята, доброго вечера. Я все еще напоминаю, что чтобы попасть в титры, можно либо покидать меня мемесов на почту, либо поддержать меня коином, типа абсолютно любым. И у меня есть особая благодарность всем, кто донатил, а именно это Лорд Азимус, Космокролл, Максим, Андрей Полторан и Влад Бункер. Ребят, вы лучше. Еще услышим.